Давай. Так, утро, перископ, присоединение. Нет, выставляем 20. Всем привет. 3 по 25? Да. В толчке. Привет. Привет, Алма-Ата. Привет, Евгений. Привет, привет, Пятигорск. Ну что? Доброе утро. Тут у нас утро. Рязань, Новосибирск. Как вы запринимаете в дни тренировок и отдыха? Да практически одинаково они принимаются в дни тренировок и отдыха. А плюс железноводка, то есть 6 раз деньги, да. Привет, Майк Копу. Передайте Ане привет. Передаем Ане привет. Привет. Так, ну вот смотрите, как Аня у нас работает. Так, мы работаем на манжетке. Обычно у нас много повторка. Повторение у нас 25. Вчера у нас был Кыргызстан, Салам, Глазов, Пхукет. Привет, Пхукет. Вчера у нас был рывок, много очень. Вчера работали на 15 раз. Привет, Кривому Рогу. Где шортики? Но сегодня мы без шортиков. Вчера у нас было еще и позирование, пока мы вам его не показываем. Поэтому вчера были шортики. Привет, Одинцову. Привет, Новосибирску. Какие делать упражнения по растяжению лодыжки? Вставать на цыпочки по балетному, аккуратно, медленно, фиксированно. На более слабую ногу делать поддержку. Нет, я не бывший военный. Привет, Донецк. Сколько раз в неделю тренируем низ? Все 5. Все 5 раз тренируем низ. Обычно происходит так. Влияет ли прием конструктивов на форму? Влияет. Конструктивы – это все-таки женские гормоны, правильным образом сбалансированы для женского организма. Это, конечно же, меняет либидо, оно его уменьшает. Для многих женщин это, конечно, стабилизирует цикл и улучшает кожу и тому подобное. Но прыжок веса также практически у всех. Но и не секрет, что для некоторых это проблема, потому что женские гормоны даже для женщин в переборе дают больше проблем, чем пользы. Пхукет, привет! У вас там тепло и красиво, а у нас